7,5 миллионов рублей во взятке такого размера подозревают замдиректора гражданпроекта. По нашей информации, это заместитель директора по взаимодействию с органами госвласти и местного самоуправления, начальник мастерской градостроительного проектирования Антон Пагурец. По версии следствия, в период с 25 сентября по 14 ноября 2020 года он получил взятку имуществом на общую сумму более 7 миллионов рублей. Взамен привел 5 земельных участков в категорию тех, где можно размещать многоэтажные дома, хотя до этого земли имели другое назначение. Сейчас он в СИЗО, расследование дела продолжается.